Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Дея. Извините за уставший голос, я не спал 2 дня. Вот и закончилась самая дикая неделя за последние полгода. Я крайне мало спал, но зато много сделал. Продуктивность заряжает энергией и заставляет идти вперед, несмотря ни на что. Спасибо большое тем, кто поучаствовал в моей инициативе. Я очень хочу сделать вас, как это говорится, хэппи, счастливыми. Потому что мне это тоже на руку. Чем вы богаче, чем мы богаче, тем больше мы сможем с вами сделать. Честно скажу, в мыслях даже появлялись идеи о создании инвестиционного фонда, но это пока только идеи. Поэтому те, кто вступил в группу, готовьтесь разрывать меня всю следующую неделю. Наша цель не просто получать аналитику, наша цель получать сверхприбыль. Соответственно, я помогу тебе в этом, я всегда рядом. Поодиночке мы отнюдь не крупные игроки, но вместе мы способны стать одним большим организмом, можно сказать китом, способными влить от 1 миллиона долларов в тот или иной проект и получить из этого прибыль. Всем тем, кто терпел эти зазывания с моей стороны, я прекрасно вас понимал и понимаю до сих пор. Поэтому, как и обещал, делаю вам подарок. Публикую в открытом доступе один выпуск из аналитики, которую я открыл благодаря новоступившему в группу товарищу. Возможно, кто-то из вас заинтересуется ей и купит ее для себя уже без моего посредничества. Как по мне, аналитика очень интересная, и вот как она работает. Первое. Аналитики берут проект и глубоко анализируют технологию, перспективу и текущее состояние проекта. Второе. Далее проект получает оценку. Оценка А – это круто, оценка Е – это плохо. Третье. Далее инвестиционные фонды получают отчет и на основании оценки принимают решение, сколько и в какой проект вложить. От меня рекомендация посмотреть на оценки проектов, чтобы оценить их более трезво и спокойно. В названии файлов я оставил даты, если хочешь заморочиться, можешь посмотреть, как менялась цена после выхода отчета. Правда, отчеты на английском, но интересные моменты можете себе перевести через переводчик. Также я оставлю ссылку на Google Диск с отчетами в описании под видео, обязательно перейдите по ней, это очень интересная информация. Это мой вам подарок, однако не думайте, что это будет единоразовая, скажем так, акция. Я обязательно буду продолжать делиться интересной информацией с вами. Спасибо большое за терпение и понимание. Теперь работаем не только в прежнем режиме, но и еще более активном и насыщенном. И кстати, ни в коем случае не пейте каждый день энергетики. Это убивает сердечко. Я знаю, о чем говорю. А меня зовут Богатейший Ди. Увидимся завтра в полноценных выпусках. Не кисните, улыбайтесь и, конечно же, богатейте. До скорого.